Сотрудники телеканала «Провинция Восток» готовят очередной выпуск новостей. И вот главные темы сегодня. В Красавино молодой мужчина погиб от ударов бывшей сожительницы. За взяточничество, мошенничество и должностные преступления осужден врач Вологодского бюро медико-социальной экспертизы. Имя юного спортсмена из Великого Устюга Даниила Белых записано в Книгу рекордов России. 11 февраля в международном календаре обозначен как Всемирный день больного. Это мероприятие задумано скорее как некий социальный шаг, направленный на поддержку людей, попавших в печальную категорию больных. Как оставаться здоровым, вам расскажет Юрий Воронин. Устюжан приглашают принять участие в гонках на лыжне здоровья. Об этих и других темах поговорим сегодня ровно в 19 часов в эфире телеканала «Провинция Восток».